Как долго? Как же долго? Как же, мать его, долго? Качаются здания на 10-м танхоле. Вроде бы прошло более 5 дней с момента выпуска последней части Clash 0, и нифига не апается. 10-й танхол стал тем самым уровнем ратуши, когда здания качаются реально очень-очень много времени. И если не тратить волшебных предметов, это все растянется, конечно же, на неделе. Ладно, всем привет, это Токсик и свежий выпуск рубрики Clash 0. Мы продолжаем развитие аккаунта без доната. И знаете, зрители, потихоньку качается лаборатория, потихоньку открываются новые миксы, но я как подсел на этот миксец с драконами, я с него слезть не могу. Это просто какой-то невероятный эпик! Невероятный эпик для выбивания дарка. Посмотрите на эти результаты. Последние атаки провожу именно этим миксом. Одна за другой, одна за другой, одна за другой. Посмотрите на этот фарм. И, собственно, подтверждаются мои слова, которые я говорил, когда еще докачивал 9-ю ратушу, что, в принципе, если совсем впадлу качать героев до 30-го уровня на 9-м танхоле, можете отложить эти уровни героев на 10-й ТХ, потому что тут будет фармить дарк проще. И это невероятно правильная идея, потому что дарка на 10-м танхоле ощутимо больше. Соответственно, герои качаются быстрее. Последние атаки. 7, 4, 6, 5, 8. 8 тысяч! 5, 5, 7, 6, 4. И это я не учитываю хвосты. Если тут округлять вместе с бонусом, тут практически каждая атака на косарь больше получается. Короче, фарм дарка какой-то просто неописуемый. Правда? Чисто вот по секрету, есть небольшое предположение, что в момент обновления, когда на 9-м танхоле открылась третья дрелька дарка, есть предположение, что и на 9-м танхоле сейчас фарм дарка стал гораздо-гораздо больше. Но это не точно. Во всяком случае, на 10-ке фарм дарка действительно офигенный, и я не могу слезть с этого микса. Вот настолько интересно им атаковать, что пока что я им буду продолжать атаковать, потому что просто по кайфу. Ну и, кстати, герои параллельно улучшаются, дарк фармится, и уже 80к на балансе есть. Но давайте разговоры в сторону и перейдем к практике. Героев нет, фармдарк без героев, 10-й танхол. Погнали в подбор. Итак, запись пошла, наконец могу развязывать свой язык. Не знаю, уже, наверное, в миллионный раз в видеоролике я скажу эту фразу, но, блин, вы не можете представить до тех пор, пока сами не попробуете записывать видос по Clash of Clans, насколько лениво начинать говорить после подбора базы в Clash of Clans, если это занимает много времени. Просто надо оживиться и вот включиться и опять с новыми силами начинать говорить, потому что организм такая жопа, которая не хочет с непривычки опять начинать свой разговор. Я, кстати, еще и недавно проснулся бонусом сверху. Итак, вот такая вот 11-ка, 6000 дарка на балансе. И есть небольшое, знаете, какое предположение, что тут можно осуществить атаку даже без использования этой тактики галактики. Но так как это видос, и на видос хотелось бы, чтобы атаки выглядели максимально сочно, я тут полноценную атаку проведу и скину вот этот вот момент с осадной машиной и с клон-спеллами. Просто для того, чтобы выглядело это все отлично, чтобы выглядело это all right. Ну и так как чистильщики там перекрывают половину базы, я запущу осадную машину с этого края, так как тут просто эти ветродуйки никак не будут нам мешать. Раскидываю клон-спеллы в сторону чистильщиков, раскидываю рейдж на центр, подготавливаю фриз для того, чтобы обезвредить какую-нибудь ПВОшку, которая будет сильно мешать моему электродракону. Вот та самая ПВОшка, кидаю на нее фриз, и электрик успевает дополнительно, благодаря этому фризу, раскидать еще парочку молний под рейджом. И убивает как раз-таки ту самую ПВОшку, которая находилась в фризе. В результате половина базы снесена почистую, на базе осталось всего 1350 дарка, и этот дарк зарыт вот в этой вот дрельке слева. У меня для уничтожения этой дрельки есть 9 драконов и 5 шаров. Внимание, вопрос, знатоки. Хватит ли мне этого войска, чтобы забрать оставшийся дарк с этой базы? Да, черт побери, этого более чем хватит.
Так что я даже не знаю, чем мне тут заняться. Ну, раскидаю еще, возможно, каких-то драконов просто на нейтральные вот эти вот здания за забором, потому что в них содержится тоже очень много обычных ресурсов. Обычные ресурсы нужны, надо качать забор. Там, кстати, один из рабочих освободился. Я наконец-таки смогу поставить еще одно здание какое-нибудь на ап. Все-таки, да, на 10-м танхоле здание качается достаточно долго. То есть для того, чтобы вести вот рубрику Clash нуля, чтобы каждое видео какие-то невероятные изменения на базе происходили, на 10-м танхоле это, пожалуй, что не то, что сложно, это невозможно. Ладно, во всяком случае, атака уже в самом своем разгаре. Я не буду завершать бой, пока не заберу, ну, ресурсы просто по максимуму. Но вы видели, насколько это было просто. Насколько же просто фармить дарк этим миксом. Тут, повторюсь, можно было так проатаковать, чтобы даже не использовать этот момент с осадной машиной. Просто вот на видос хочется показать этот сок, вот этот вот... Запуск дирижабля, сквозь всю базу он пролетает, два клон-спелла кидаешь на здание, которое хочешь вынести, сверху засылаешь рейдж, момент высадки, бам, все в разные стороны разлетается. Это как в лучших голливудских фильмах, ей-богу. Ладно, ну и вот результаты, 6 кусков дарка забираем, плюс 560 с бонуса мастер-лиги. Ну и, кстати, по мастер-лиге надо эту мастер-лигу немножечко будет подслить. Опять я задрался куда-то по лиге, я рекомендую где-то промежуток между 2000-2500 покупкам сидеть. Там стабильно находятся базы, стабильно будет много дарка. Вот там уже повыше, во время выходных дней, ребят, суббота-воскресенье. Не удивляйтесь, если на 10-м танхоле в субботу-воскресенье на 2600 кубков вы будете кликать на кнопку далее в надежде найти базу с дарком и не будете находить, ну, абсолютно ничего. Все-таки вот в такие вот дни, когда максимально люди играют в Clash of Clans, в лигах повыше с фармом, зачастую беда, очень много времени тратится на подбор. Кстати, что-то я как-то вот этот микс, я потихоньку раскачиваюсь, уже открыл шахтера на этом аккаунте. И даже более того, я поставил уже вторую казарму потихоньку качаться до шахтера. Это достаточно много времени занимает. И даже более того, я в лаборатории поставил улучшаться шахтера до второго уровня. Что это значит? Это значит, что я вас слышу. Конечно же, слышу. Поатакуем мы этими шахтерами. Вы постоянно пишете и на стримах, и в комментах под видео, что шахтеры — это офигенный способ фарма на 10-м танхоле. И знаете что? Я вот абсолютно на 254% согласен с вами. Даже, может быть, на 254,3. Да, ну, скорее вот так вот. Короче, согласен с вами. И... шахтер действительно очень хороший способ фармить на 10-м танхоле. Но, блин, мне ими скучно играть, а этим миксом мне весело играть. Я кайфую, я удовольствие получаю от процесса. То есть мало того, что я выбиваю вот такие вот невероятные суммы подарка, так я еще и кайфую от процесса, вы понимаете? Это же самое главное, что ты должен получать от игры. Ну, у меня такое вот мнение есть. Это кайф, это удовольствие от того, что ты вот... ах! Процесс, высадка, залетела, заварил, выпустил, бам, 6 кусков сформил, 7 кусков сформил. Короче, сочно. Спасибо большое, Артемида, солнышко, лучше за крепость клана. Ладненько, ребят, микс уже готов, я опять-таки на кнопки свои любимые далее буду нажимать. Увидимся через несколько секунд. Жопы. Просто жопы в подборе, вот... К сожалению, были варианты 10-х танхолов интересных, 11-х прикольные, но по 4 куска там было. После первой атаки на 6, вот на 4 вообще не рассматривается как вариант. И тут следующая база на 6 и вот такой вот ИХ-10. Ну что поделать? Вот, ну реально, что поделать, если базы с дарком выглядят вот таким вот образом? Ладно, во всяком случае, у нас задача number one — это пофармить дарк и получить кайф от проведения вот этих вот десантирующих атак. Кстати, у меня нету осадной машины. Помните, я говорил спасибо Артемиде, там что-то типа того говорил. Ну, реально, что-то такое сказанул. По пьяни, по глупости какой-то. Ну, по молодости бывает. Кстати, где осадка? Отлично! Отлично, ребят! Атака набирает невероятные просто интересы. Потому что невероятные обороты. Атака без осадной машины. Как выкрутится токсик в данной ситуации? Кстати, в очень странной ситуации я реально просто сижу сейчас и не отдупляю, а где осадная машина? Наверное, это не важно. Наверное, это не важно, наверное, надо просто расслабиться и плыть по течению. Давайте так и поступим.
Я скинул сейчас парочку шаров и миника сверху, чтобы забрать именно дрельку с дарком. Миника должно для этой цели хватить. Полностью он дрельку с дарком заберет, вот эту вот верхнюю. И вот эту вот дрельку, по идее, тоже с помощью миника получится забрать. Один-единственный миник должен с этой задачей справиться. Давай один-единственный миник. Не хочу второго миника туда тратить. Миник. Миник. Да, на кайфариках, конечно, залетел. Но нет, придется еще одного миника туда скинуть. Короче, вот он, наш тоннель сверху. Сейчас будем пытаться что-то придумать для того, чтобы залететь все-таки в центр без осадной машины и забрать тот самый дарк. Целых 3700 еще тут есть на этой базе. И эти 1000 дарка тут надо забрать. Вот такие вот невероятные, просто чрезвычайные происшествия могут происходить даже на записи видоса. Уф. Есть один план. Есть один план запустить вот этого вот змея, чтобы он почистил круг. И даже без этого змея можно очень круто наклонировать шаров и завести их достаточно глубоко к центру с помощью рейджа. Подкидываю электрика, подкидываю клоны. Вот, электрик подлетает к дрельке, убивает ее. И практически устранена первая ПВОшка, но что-то как-то электрик не спешит. Вот он долетел наконец до ПВОшки, сейчас под рейджом будет наваливать баз. Первый выстрел есть, второй уже выстрел будет без банки рейджа, к сожалению. Если второй выстрел вообще будет, потому что его там две дуйки просто окружили, не дают ему, бедному несчастному, собраться с мыслями. Кстати, вы в курсе, что 18 секунд до конца атаки осталось? А, вот это эпика. Я просто болтал сколько? Я 2 минуты просто болтал? Это вообще как? Это возможно? В смысле? Кто время отнял? Кто время снял в атаке? Это что? Что это было? Короче, дамы и господа, я не знаю, что сейчас произошло. Какая-то, видимо, аномалия еще со времен стримов по сталкеру. 4600 я здесь забрал и абсолютно не понял, куда делось все время. То есть я как будто бы просто моргнул и время списали. Ну, видимо, такое иногда случается с неопытными игроками. Давайте проведем еще тогда одну атаку и там уже устроим полноценный замес этим миксом. Итак, собрались мыслями, побили себя по щекам, проснулись и полноценная атака на вот такую вот десяточку, 7 кусков дарка Натали. Кстати, возможно, Натали знает о существовании нашего канала. Все-таки человек явно обладатель и носитель какого-то славянского языка, теоретически может смотреть славянский наш YouTube и, быть может, даже в курсе, кто такой граф Токсик. Во всяком случае, проводим атаку, если ты Натали, плюс в комментах оставь. Вот, позвони мне. Так, проводим атаку. Чистильщики тут достаточно противные, смотрят в лицо друг другу, но тем не менее, дирижабль, он такой хитрый, достаточно извертливый червь-змей, так что до центра доползти даже вот в таких вот экстремальных ситуациях вполне себе сможет. Раскидываем на интересующие нас здания клон спеллы. Далее раскидываем сверху рейджик. Разлетаются потихонечку шары. Очень как-то плохо они разлетелись. И электрик что-то в рейдж не захотел лететь. И шары слабовато разлетелись. Короче, чистильщики тут все-таки сыграли свою злую шутку. И предзаход получился не на 100% клевый, а где-то, знаете, на 80%. То есть, тем не менее, все равно большой процент базы цепанулся, все равно много зданий смогли выбить, одну ПВОшку вынесли, две инферны выбили. Но вот чуть-чуть бы дальше был электрик, чуть-чуть бы он залетел бы в рейдж, и было бы все просто вообще чики-бомбонь. Ну и так даже неплохо, давайте потратим парочку миников на то, чтобы до конца сформировать уже вот эту вот дугу, вот этот вот полумесяц, вот этот вот банан для захода уже основной части микса. Ну и так как электрик у нас сверху, давайте, наверное, откуда-то оттуда и проводить нашу атаку драконовую. Все-таки, чтобы не просто так там электрик... Ой, подсейвить братана! Катан-братан, давай, живи, стреляй. Так люблю электродракона, что даже вот потратил на него сейчас баночку фриза и баночку рейджа, чтобы он еще хоть чуть-чуть пожил и чтобы сделал невероятные свои эти вот вжухи. Вот эти вот молнии электрика, летающие через всю карту на ТХ-10. Это, наверное, все-таки бесценно. И все-таки электродракон решил отплатить на добро добром. Как видите, живет очень долго и под рейджом действительно парочку тычек нанес. Респект таким электродраконам, ну и по миксу, по атаке, я думаю, вопросов никаких нет. 7, так, с интернета вернитесь ко мне. Слава богу, это не стрим, если этот значок появляется, это не значит, что запись прервана. Запись-то идет, единственное, что вот интернет что-то подшаливает немного.
Как и сказал, 7000 дарка забрали, единственное, что мне тут не надо, это 3 звезды, по максимуму заберем обычные ресурсы, ну а далее просто завершим этот бой. Вот они итоги каточки, 7 кусков дарка, плюс небольшой бонус, но все-таки ощутимый в 560, ну и обычные ресурсы тут какие-то также были. Действительно, как-то потупливает Clash of Clans, видимо, есть какие-то проблемы либо с сервером, либо, быть может, с моими интернетами белорусскими. Во всяком случае, давайте попробуем записать видосик уже до конца. 7900 у меня на балансе есть по золоту. Предлагаю поставить какое-то из зданий дефа. Нап, я склоняюсь в сторону башни лучниц. Улучшение требует всего 3 ляма, так что свободные 4 можно потратить просто со спокойной душой на парочку заборинок в элитном районе этой расстановки. Так, потрачено, и вот эта башня лучниц попадает под прокачку. Ну а тут наступает часть видео, где напоминаю вам ставить лайки и подписываться на канал. 1000 лайков, новое видео. Но если досмотрели видос до этого момента, то в комментарии под видеороликом пишите нестандартную и очень творческую фразу, которая для многих будет уникальная. Дело в том, что на стримах очень-очень многие называют вот эту вот тактику десант. Насколько я понимаю, десант это взято от других ютуберов. Но мы-то свой собственный канал, мы-то себе на уме. Поэтому запускаю, собственно, следующий челлендж в комментариях. Кто придумает клевое название для вот этой вот тактики с высадкой дирижабля под клон спеллами под яростью, кто реально придумает клевое название, может быть связанное, если это будет связано с каналом, вообще будет идеально. Тот просто красавчик попадет в следующий видос, ну и вообще сохранится в истории. Короче, если досмотрели видос до этого момента, то в комментарии пишите, вот как вы думаете назвать вот этот вот момент запуском дирижабля под клон спеллами под яростью. Кто-то называет это десантом, а мы назовем многоточие. Ну а с вами был Токсик, следите за обновлениями канала. Скоро на канале будет стрим, так что залетайте на стримчанский. Ну и увидимся в следующем видео. Пока-пока.